В такой момент белыницкий Бируля поставил бы подпись и дату 20 картин с авторским росчерком 1910-х, 20-х и до конца 40-х завершены. Снова парадные. Травматические вмятины, загрязнение поверхности, мелкосетчатый кракелюр. Теперь лишь выдержки из истории болезни пейзажей на холсте и картоне. Естественно, работы были расконвертированы и вынуты, и обнаружились по краям, по углам некоторые разрывы, проколы от кнопок, от гвоздей. Что касается живописи, да, там было некоторое количество работ, нуждающихся в укреплении. Где-то и тонировки нужно было переделать. Где-то мы поменяли подрамники, потому что подрамники были уже такие ветхие и искривленные. Осталось шедевры одеть в рамы, деревянные. Уверены, сядут новые, как родные. Все же спецзаказ. Увезут Могилев и самый известный портрет передвижника Витольд Каэтанович в кресле. Утеряно. За этим столом абрамцевской мануфактуры явно засиживались художник Каро, певец Шаляпин на прославленной даче под Тверью. Достаточно свободная экспозиция будет, будет много воздуха. Будут ключевые вещи. Это вещи из Чайки, это мебель, это медали, которые Белыницкий получал на разных выставках, ну и так далее. Включая Барселонскую? Да. 13 объектов прикладного искусства вынесут из тесного хранилища по минскому адресу улица Ленина, 20, чтобы внести в просторные залы на Ленинской, 37, в Могилеве. Особняк 17 века готов снаружи. Внутри смонтирован так называемый экспозиционный пояс, собраны витрины. В общем, как только пространство насытят мемориальным, добро пожаловать или посторонним вход разрешен. Обещали с осени. Минск и Могилев не могут поделить наследие белыницкого Бирули. Заголовок одной газетной статьи. Ситуация из прошлого, недавнего, лет 15 назад, дом с сохранением действующей экспозиции предлагали передать на баланс области. Сегодня уж спору нет, где быть запятой. Делить нельзя, оставить в структуре главного арт-музея страны. У нас самая представительная в мире коллекция единственного народного художника БССР и РСФСР. Свыше полутысячи раритетов. В сторону малой родины большого пейзажиста 37 живописных работ отправятся в сопровождении реставратора. Это будет тот самый момент, когда Белыницкий Бируля поставил бы подпись и дату. Александр Матяс, Юрий Лбовников. Наши новости.